Ведь сотрем в памяти потомков даже само упоминание о прошлом России. Это невозможно. Почему же? Это очень просто. Господин немец, вы сильны в таблице умножения. Вы логик. Не отрицаю. Но есть то, что выше и сильнее логики. Прошлое нельзя уничтожить. Вы можете сжечь мои работы, взорвать камни, но самого прошлого, того, что было до нас с вами, того, что уже произошло, вы уничтожить не можете. Забыть? Да, можно. Но и забытое прошлое будет возникать в чередах поколений вновь и вновь. И оно отомстит за себя.